Добрый вечер, уважаемые подписчики. Ну, короче, сейчас я покажу вам, куда я пришел. Валер! Валер, ты куда пошел? Опа! Опаньки, ёптимая! Маэстро у нас отдохнуть решил. Здорово! Дружище. Как ты меня принимаешь? Как я могу тебя? Ничего, что тебя на камеру снимаю? Для моего блога. Вот именно для твоего. Короче, я сегодня был у Космоса в больнице. Да ладно. Да. Как он? Нормально. Он живой, здоровый. Нормально. Да. Вот, ребят, Любанька. Я переживаю за него. Особенно за него. Да, а что, у него хуй толще или что? Нет. Я просто уважаю этого человека. Я понял. А почему валку-то пьете, блядь? Да, а что, ребят, а ты мне... Ребят, а не, ну не две водку? Алки, это одна бутылка водки. Да не, нам Тёмыч... Ребят, вот смотрите, какую хуйню пьют. Нам Тёмыч ещё попрыгнуть. Тёмыч ещё. А где он, по платформе? Нет. А где, там у вас? Да, на базе. А мы ещё... Ну, у тебя проходит какой глаз? Да, я сниму твой глаз. Ребят, ну вроде проходит, блядь, всё нормально. Сгрею их сейчас, блядь, батоном каким-нибудь, хуй знает. Чё, как сами? Веришь? А. Жека сегодня. Гля, нихуя, москвича себе нашла, ребят. Короче, вот этот Олег длинный, погонял его, но мы его зовем то длинный, то старый. Это охеренный тип, короче. Вот. Ну вот я на совке, ребят. Кто не верит, подожди, да я сал это надпись сниму. Кто не верит, ребятишки, вот он, Савеловский вокзал. Где там, кто там хотел меня порвать, вот приезжайте сюда, ну и как бы побеседуем, у кого насколько ножниц хватит. Люба, ему почти 60, ты что, ёбнулась? Кому, Валере? Вот ему. А, Олежек? Ну, выглядит тоже, смотрите, ребят, спортсмен. Охеренный парень. Да не снимай я тебя, ладно, там твою рожу. А? Ну я не знаю, я только в интернете не выкладывай, хорошо. Жень, не захотел с ним. В смысле не захотел? А вчера хозяйка базы приезжала. Ну. Красивая такая девчушка. Ну ты ее на диван пригласил, не? Да ты че, Юта? Она ребенок, Юта. Она 18. Ну ребенок, ну 18 лет есть. Ну, больше, да. Ну больше, ну вот. Уже можно поговорить, как там, нет, до банкомата вот, сходить, вот пятихаточку снять. Ну. Она попросила, да мы замучили сегодня убирать базу. Столько. А, маэстро, из-за горчухи. Нас обобрали. Реально обобрали. Ну, а ты говоришь, без горчухи, что я, что ли, убрал? Ну ты здесь при чем? Мы тебя еле проводили. Так ужираться не могу. Маэстро, купи мне мотоцикл. Я понял. Мотоцикл? Да. Как тебе просквозить? Я тебе только на мотоцикле прокатить могу. А-а-а, ну-ка, ты... сними эту футболку свою. Бейсболку сними. На каком мотоцикле? Вот сейчас как модно ходить в Москве. Видишь? Все, военторг полностью. Не, на самом деле, Женька же тебе звонит. Женька мне звонил. Вы были где? Мы уезжали. Куда? Вот пиздит он или нет? Нет. Пушкинский кинотеатр. Дальше. Тверская. Дальше. Да, там дофига. Нет, нет, основное скажи. Самое знаменитое где? Для рок-н-ролла. Для русского рока. Где вы были? Для русского рока. Да. Памятники в Питере. Нет. Нет. Ну, в центре два Москвы. Папи. Где вы были? Там два памятника. Ну, на Арбате вы были? Да. Где были на Арбате? Нет, это на Арбате позавчера. Это на Цоя были. Ну, на стене Цоя. На стене Цоя. Да. У нас менты тут были. Правильно, ёптань. А если с маэстро пошли, хуй бы вас... Мы бы ментов там выгнали, нахуй. Мы пытались, не получилось. Я понял. Пытали. Короче, вот это, Валер, нам подогнали камеру подписчики. Ладно. Да, я свой блог теперь веду. Понимаешь?
Я имею право вас снимать на свой блог? Конечно. Женька сам сказал. Саня. А. Женька сам попросил. Я всегда. Чтобы именно. Ну. Нормальные, что ну, без только соточку выделяешь. Без... А что, не выделю? Да если выделю. Ребят, кстати, с вашего позволения, с позволения подписчиков, 100 рублей ребятам выделю на наводку. Нет, скажите, пожалуйста, на колготки девчонки или на водку? Валер. Нет, мне на прокладки. Какие тебе прокладки? У тебя уже, было, блядь, это, классика, как его? Зубную пасту я возьму. Климикс, нахуй. Зубную пасту возьму я. Так вот. Давай вот, лучше заметь. На водку. Вот заметьте. Ну, давай, или два доширака, вот, или пузырь водки. Приходится экономить. Да, на водку. Не, ну выбирайте, я не знаю. Не, на водку. Или два доширака, или бутылку водки. Не. Да не бейте, я уже набрал. А, ну, то есть два доширака нахуй не нужно. Нет. Мужчина уже сейчас приготовил. Ну давай три Ролтона. Не, бутылка водки. Засомневался, смотри. Бутылка водки. Покрепче, если было бы. Да, покрепче, это будет классно. Любань, ну скажи, вот у тебя был один, второй, третий, десятый, блядь. Колю тоже через хуй кинуло. Сейчас кто с тобой? Я. Отвечаю, я. Отвечаю. Ну, она уже беременна? Или только, да или только в процессе? Ну, я ж тебе сказать, бабка на твоя гадала, да? Я хуй стоит, хоть нет. У меня звезд, ты за это не переживай. Вот, старый конь борозды не портит. Любк, ну стоит у него или нет? Стоит, конечно. Все. Понял. Все у него стоит. Зачет. На совке, ребята, все нормально. Во всех все стоит. Во всех все зашибись. Все замечательно. Ты откуда знаешь, что у него стоит? Нет? Вот хуярит вот эту хуйню, ребят. Вот это меня не радует вообще. Вот от такой хуйни Валера сейчас лежит в больничке. Да, я знаю. Только не от такой. Да такой. Не от такой. От ВДшки. Спир. Вот это что. Валя. От ВДшки, от Левиного Брауна. Да. Сегодня я у него был в больничке. Выйти куда пропали. Слава Богу. Мы сегодня уезжали. Еще что хотел поинтересоваться. Мы еще не с утра. Валерочка. Валера, но он мне по телефону сказал, что он не очень. Он сам, ну, он... Ожог сошел, хоть чуть-чуть. А чем его сожгли? А это... Борщевик. Борщевик, да. А как, где вы нашли, блядь, в марте борщевик? А это уже не к нам. В марте? Да. Это уже не к нам. А к кому? А это раньше нечего было. А это подумай, где он ночевал. Да где бы он не ночевал? Он где ночевал? В тайге, что ли? Решили войну вспомнить. Хорошо, ребята вызвали вовремя скорую. Да я видел, я присутствовал здесь. Я вот только я подошел, и она уезжать стала. Еще умирали от этого. Я и по видео и вычислил, где он. Я по видео вычислил, какого числа его забрали, позвонил нахуй в скорую, говорю... Ты камеры выключи, Сань. Нет, я буду снимать. Да, все должно быть по праву. Любань, ну ты похорошела, смотри. Это во-первых. Во-вторых. Я бы тебе так, ну если литра три, если выпить, я бы тебе... Почему-то я шуток не слышал. Что-нибудь на ухо пошептал. Саня, Саня, если ты 3 литра выпьешь, да. И мне на ухо нашепчешь... Поверь мне. Я понял. Слов больше нет, да? Одни слюни. Одни эмоции. Я понял. Ну вот Валерка вам губа. Вот. Все говорили, что он умер, а я его первый нашел. А потому колючие что, говорят, что он потому умер. Потому что маэстро это друган настоящий. Ну, да, мы играем. Ну, я знаю, я всегда знаю, где их найти. Только что? Да. Ну, был ищи. Деньги только пошел, что? Блядь. Ну, на бутылку ищи, прям. Вот, ребят. Вот магазин, короче. Здесь они берут бухло. Это вот эту вот, вот эту шнягу, виноградный день и эту. Как называют? Алку. А, Сань, да. Да. Колючка. Все. Слышишь? Да. Валерке завтра нужна гитара. Да ты что? Как уже Женька обещал. Да.
Да. Женька обещал. Ну, так Женька дохуя чего обещает, а ничего не делает. Аккорд закрыт, не он привозит. Он мне магазин аккорд закрыт. А мы едем. Какой аккорд у него свой? Ну, мы поедем в Подмосковье. А куда в Подмосковье? Некрасовка. Ну, Катуар, Некрасовка. Да, да, да. В общем, на примирение, скажем так. А кому на примирение? Комаров кормить. К молодому там человеку, который в свое время получил поебаль из-за того, что оскорбил мою дочь. Просто оскорбил. Больше мне ничего не осталось. Да и ты сам так же. А что здесь, кто здесь еще остался? Этого Колю Волгоградского забрали на работу, да? Слушай. Смоленского? Я тебе помню. Волгоградского до этого, потом Смоленского. Я тебе сейчас скажу. То есть, или наоборот. Всех их обоих. Я тебе сейчас одну фишку. Да, да, два Коли. Да. Один лысый, один Смоленский. То, что менты присвоят, это фигня. Олег. Да, это не, только не снимай интервью. Меня. Ну да, интервью. Олег. Вон их сними ее. Да их снимай. Да это, блин, вот это бесплатная ночлежка. Бесплатная ночлежка, вот она. Все, залупился на них. Клиентовские, они бесплатные. Они выгоняют тогда, когда не нужно. Да хорош тебе это, когда не нужно. Сейчас даже деньги не берут. После праздника. А, вот, ребят, вот что они пьют. Садик, на сегодня. Алка. На сегодня на каждом углу тормозили. На каждом углу. Прям на каждом углу. На каждом метро. Вот это, ребята, это москвич, он рядом. Будет после 12. Я просто втихаря говорю, чтобы он не слышал. Из Москвы на улице Ленина. Да ладно. Да, что? Я целый день без Москвы. А вот забьем, что мы выйдем. После 12. Пятерочку сразу. Вот тебе что бояться? Ты откуда пятерку-то возьмешь? 5000 раз, если не ошибаюсь. Пятерочка. Мне пятерочка похуй. У нас костер горит. Мы жрать себе готовим. Где? На базе. Валера, а что сегодня на ужин? Меню какое? Ну, здесь японская кухня, колбаса, печенье. Ножки. Ну там дофига. И колбаса, печенье, да? Да. Мясо немножко.